Олена, поки ти була при Надії, ти вирішила не гаяти часу, поки ти не виходила на сцену разом з кварталом, ти вирішила перекваліфікуватися з гумористки на дизайнерку одягу. Ось, власне, ця колекція – це одяг для вагітних. Це вже друга колекція, була літня, яку ти сама носила, тепер зимова, яку вже носять інші. Це просто ідея, посетившая мене в той період цього щасливого вот этого такого состояния, когда вообще ничего не налезет. Вообще. То есть ты не хочешь быть мешком, ты не хочешь быть просто в чем-то, а тут лето, а тут солнце, а тут все загорелые. И вроде бы и ты должна быть счастливая, но счастливой ты можешь быть только когда ты хорошо выглядишь. И вот в тот момент пришла в голову идея, что раз этой одежды нет, ее нужно создать. Коли розроблялася перша колекція, ти точно знала, що потрібно вагітній жінці. Ти була вагітною ще й двійньою. Тобто тобі потрібно було розмір вдвічі більший. Да, но это, Катя, как раз тот счастливый случай, когда я в реальной жизни, не в беременной жизни, моделью быть не могу, а вот когда я беременная, моделью быть могу. Вот поэтому я выступала как модель, и я, конечно же, девчонок, технологов, закройщиков, я их консультировала в том плане, что эта резинка неудобная, трикотажная резинка все время спадает с живота, нужна какая-то другая, здесь швы не нужны, здесь отвороты на брючках должны быть уже отвернуты, потому что нагнуться и завернуть их красиво не получается, стрелочки должны быть заглажены. То есть я все вот эти вот моменты, с которыми столкнулась, да, в процессе, я их попыталась в коллекции, отразить. И сейчас уже вот даже наша новая осенняя коллекция, она тоже прошла под флагом моей беременности. Я подкладывала подушку. Да. Ты еще имитировала вагитность. Во-первых, не зарекайся, никогда не говори никогда. Я это тоже уже поняла. Потому что, это я пока не беременная. Мало ли что, Катя, будет... Нет, это... Стоп! Это никакое не заявление, нет. Ты пропускаешь, что в тебе может быть четвертая дитина? Никогда не говори никогда. Насправді, ты зараз набагато стрункіша, худіша, ніж навіть була ще до того, як завагітніла. А в чому основний секрет? В моїй житті з'явився пілатес. Ти почала тягнутися у різні боки. Ще, я в такому кайфі, я в такому просто, в такому хорошому стані душевному і фізичному, мені здається, ще не була ніколи.